хорошего настроения вам, пусть Бог хранит и оберегает вас на всех путях ваших, на дорогах ваших. Хочу сегодня напомнить о Господе Иисусе Христе, о том, который пришел сюда, в этот мир, и написано: Иисус Христос, Господь наш, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Имя Иисус переводится как «Бог спасает». Он пришел, чтобы спасти нас, людей грешных. И за наши грехи Христос пострадал. Но в третий день Христос воскрес. И мы многие говорим на великий христианский праздник Пасху «Воистину воскрес». Это истинная правда. Он призывает людей покаяться, обратиться к Нему. Покаяться – это осознать свои грехи и попросить у Бога прощения. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие. Если у кого нет, мы дарим бесплатно.